В Иркутской области задержали подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом 2 ноября 2021 года сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону. По версии следствия, подозреваемые помогали мигрантам из ближнего зарубежья легализоваться на территории России, за что брали вознаграждение. Они способствовали в оформлении эффективной постановки на миграционный учет по месту пребывания и составляли липовые договоры трудоустройства. Для этого подозреваемые арендовали общежитие в Иркутске и создали несколько организаций, занимающихся строительством и оказанием правовой помощи гражданам других стран. Глава криминального бизнеса, сам родом из ближнего зарубежья, в Иркутске проживает более 10 лет. В полиции отмечают, что за этот год подозреваемым удалось оформить поддельные документы нескольким сотням мигрантам. При обыске были изъяты трудовые договоры, паспорта иностранных граждан, печати, компьютерная техника, незаполненные бланки документов, деньги и сим-карты. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.